Доброе утро, Приднестровье. На календаре 2 февраля, а мы, честно говоря, снега так и не видели. Просто непорядок. Да, мы куда исполнительнее и зимой, и летом, и в межсезонье. В одно и то же время с вами каждое утро. Итак, студийную вахту сегодня несут Арсений Дюкусар. И прекрасно выглядящая, обожительная Екатерина Чекан. Спасибо. Над сюжетами в нашей редакции корпят корреспонденты. Итак, что они приготовили? Огласи, пожалуйста, весь список. Слушай, ну смотри, как минимум у нас будет разговор о полезных конфетах. Такие существуют. Представь себе. Так, что еще? Куда деть энергию и как сжечь вот эти злосчастные калории, когда все спортзалы закрыты? Об этом нам расскажет наш сегодняшний гость. Альтернативы существуют, а об этом в ближайший час. А еще мы будем спасать вашу спину от сколиоза. Еще будем разбираться, как сделать так, чтобы удаленка нравилась, чтобы было время еще и на творчество. Ну и плюс сегодня не стоит забывать, какое сегодня число. 2022 год. Поэтому вместе с астрологом будем разбираться в магии этих чисел. Настали темные времена. Ух, тревожно. А все почему? Потому что солнышко улыбается нам все реже, витамин D в организме формируется с трудом, ну и, соответственно, в организме очень низкий уровень серотонина, а это, как известно, гормон счастья. Так вот, чтобы не впасть в депрессию, что посоветуем делать? Есть несколько вариантов, как количество этого гормона увеличить. В первую очередь нужно начать заниматься спортом. Нужно хотя бы, причем речь не о каких-то там серьезных тренировках, а как минимум зарядка дома 15-20 минут в день уже сделает свое дело, подарит положительные эмоции. Потом нужно общаться больше с близкими, делать им комплименты. Обниматься с самыми близкими. Обязательно. Как-то оказывать внимание, естественно, это будет возвращаться вам, это будет делать вашу жизнь ярче. Ну, и можно влюбиться. Да, это прекрасно. Скоро весна, почему нет? Серотонин точно подскочит. Что еще, Сень, посоветуем? Можно себя побаловать. Как вариант, ну, не знаю, чем-нибудь вкусненьким. Сладеньким. Ну, как вариант. Правда, сторонников сахара все меньше и меньше. Почему-то люди, мне кажется, несправедливо ополчились против него. Но ведь 30-40 граммов это вполне себе допустимая норма в день. Безвредная, мне кажется, даже необходимая. Ну, мы как? Кое-что не едим, везде сахар, и так набирается больше 100 граммов. Ну, уже, конечно, 100 граммов – это перебор. Слушай, ну, на самом деле, есть вариант для тех, кто не хочет увеличивать количество сахара в организме. Но любит сладенькое. Но любит сладкое, и есть специальные полезные сладости. О них наш следующий сюжет. Смотрим. Ну, кто не любит шоколад? Молочный, горький, белый, только вот в магазинных плитках много сахара и мало пользы, поэтому готовить вкусное лакомство лучше дома. Знакомьтесь, Валентина, шоколадных дел мастер и по совместительству настоящая волшебница. Ее сладости ни с чем не перепутать. Для своих конфет я использую натуральные ингредиенты. Для меня очень важна польза, поэтому в составе нет ничего лишнего, там нету сахара. В составе есть только какао-масло и какао-тертое. И как послеститель используется мед. Пока основные ингредиенты топятся на водяной бане, приступаем к начинке. Сухофрукты предварительно моем и просушиваем, чернослив нарезаем кусочками. Ну и куда без орехов? Грецкий, фисташка, арахис, миндаль. Запасы мастерицы на любой вкус. Клюква и семечки, изюм и арахис. Вариантов начинок тоже много. Иногда новые вкусы рождаются прямо в процессе работы. Когда готовлю, для меня это как магия. То есть я в этот момент всегда должна хорошо выглядеть, я должна нравиться себе. И самое главное, должна быть гармония в душе. Так как я в свой шоколад вкладываю частичку души, частичку любви, и это отражается на вкусе. И, в принципе, это нет готового рецепта. Есть вдохновение, есть импровизация. И поэтому каждые готовые конфеты получаются немножко разные по вкусу. С таким подходом и конфеты получаются заряженными на отличное настроение. Первый слой всегда шоколадный, затем начинка. Ее можно смешивать, прятать в сердцевине или же делать акцентной. Формы и размер тоже самые разные. Например, одного такого сердца хватит для чаепития. Обычно я ложу в маленькие конфетки цельный орешек. Иногда в одну форму могу положить рандомно. Какой-то фундук, какой-то кишью, какой-то миндаль. А бывает, что делаю каждую формочку отдельно с определенным вкусом. То есть только миндаль и клюкву, например. Либо только арахис. Можно сделать сюрпризом, где действительно получится только есть шоколад, а внутри не знаешь что.
И очень интересно, когда кто-то пробует и старается угадать. И очень мало попаданий. Чернослив обычно угадывают, а вот клюква и изюм тяжело дается. Что-то вкусное, что это? Вот. А можно сделать иногда дело так, что виден орешек, но не видно, что внутри и сухофрукты. Аромат какао манит и маленького сладкоежку. У Миши есть и своя формочка в виде машин, и свои авторские рецепты. Готовить вместе с мамой очень интересно. И можно не дожидаться, пока конфетки застынут. Ложка в шоколаде – тоже лакомство. Ну вот и все. Формочки можно отправлять в холодильник. Пока одни конфетки застывают, другие уже готовы. Маленькие звездочки, крупные сердечки, а еще мишки, цветы, елочки. Вот такое шоколадное ассорти из натуральных ингредиентов. Такие сладости будут полезны детям, людям заботиться о своем здоровье, худеющим. Да и просто всем людям, которые хотят съесть сладкое, без вреда своему здоровью. Упаковку можно подобрать индивидуально по конкретному случаю, как хочется. Бирочка, на обратной стороне есть состав, дата изготовления и рекомендации по хранению шоколада. Хранить полезные конфеты лучше не в холодильнике, а в прохладном месте. Вкус остается неизменным около 2 недель, но обычно эти сладости заканчиваются гораздо раньше. Когда случается пандемия, то в первую очередь под закрытие попадают места для досуга людей, там, где собираются большие группы, и это такая общемировая практика. В Приднестровье тоже это не стало исключением, и сейчас, когда мы находимся на пике очередной волны, то начались дополнительные закрытия, это развлекательные центры, ночные клубы, еще ряд учреждений, среди которых, конечно же, фитнес-центры. Да, новость больно ударила по тем, кто после новогодних праздников решил привести себя в форму к лету, если бы вы знали, как Арсений рвал волосы на голове. Но тренеры быстро сориентировались и начали тренировки онлайн. Итак, как индустрия переносит ковидные ограничения, узнаем у нашего гостя, владельца сети фитнес-залов Виталия Кажакару. Доброе утро, Виталий. Доброе утро. Здравствуйте. О закрытии залов сейчас стало известно заранее, а не так, как весной 2020 года. Успели сориентироваться? Насколько быстро приняли решение, как работать будете дальше? Знаете, мы уже на опыте предыдущих лет, когда в 2020 году нас тоже закрыли, мы немножко дольше, скажем так, мешкались и думали, каким образом можно обойти эту ситуацию. В этом году мы уже точно знали и примерно даже предполагали, что такой исход возможен. Сразу же в первый же день мы с нашим коллективом «Фитнес-мафия», с тренерами обсудили этот вопрос и решили сразу же начать в течение этих еще рабочих дней, так как это было за 5 дней афишировано, в течение этих рабочих дней, максимально распространить информацию, что весь коллектив наших тренеров переходит на онлайн-ведение. И в целом процентов, наверное, 70 клиентской базы каждого тренера перешло с ними на это ведение. И, конечно, это не настолько эффективно, как работа в тренажерном зале, но за неимением такой возможности это очень хорошая альтернатива для поддержания в данный период своей физической формы. А каким образом это все происходит технически? То есть это занятие онлайн или вы скидываете какие-то программы и потом, объясняете людям, как выполнять упражнения? В каком формате это чаще происходит? Что популярнее? Да, нет, это непосредственно каждый из тренеров соединяется в таких приложениях, как Viber, Skype, Zoom и работает непосредственно уже онлайн в режиме реального времени. Ставит индивидуально тренировочный процесс в зависимости от цели и в процессе выполнения уже комментирует и направляет подопечного в необходимое русло. С этим понятно. А как относитесь, сейчас в интернете есть немало приложений, когда, там для тебя расписана программа, качаем пресс за 30 дней, и там, просто тебе, машина говорит, что так, сделаем там такие-то упражнения сегодня, то есть не живой человек, а все настроено. Насколько это эффективно, да. Насколько таким сейчас можно пользоваться? Любая активность – это уже хорошо, это уже здорово, но преимущество индивидуального подхода в том, что у каждого из клиентов есть определенная цель, есть определенные ограничения, и эти ограничения посредством работы индивидуально с тренером могут быть приняты во внимание. Если же вы работаете по заранее сформированной программе, которая находится в интернете,
вы выполняете конкретно как бы задачу, под которую подстраивалась данная программа. А если вы работаете персонально с тренером, то вы, исходя из вашей задачи, исходя из вашей цели и ваших противопоказаний, если такие имеются, ставите точно цель, которая необходима, и в процессе тренер, опираясь на ваши физические данные, видя вашу физическую возможность выполнения тех или иных движений, в процессе уже акцентирует внимание на необходимые аспекты движения, выполнения техники и корректирует. То есть невозможно, если вы новичок, работать по программе, скачанной с интернета, так много технических аспектов видны исключительно со стороны. Смотрите, на дворе февраль месяц, довольно холодно. Однако вы на своей страничке в Инстаграм анонсировали, что будете проводить тренировки на улице. Насколько я помню, на базе 12-й школы, 18-й. Да? 18-й. 18-й. Итак, кто может прийти на эти тренировки? Я так понимаю, они совершенно бесплатные. Да, совершенно верно. Да, погодные условия, конечно, в этом году иные. Если даже в 2020 году мы приостановили свою деятельность чуть позже, когда на улице позволяла погода осуществлять деятельность на парках, сферах, спортивных площадках, то сейчас немножко погода иная. Но, тем не менее, мы вот запустили ранее проект 50+, и я скажу, что даже сейчас вот были такие дни, когда было дождливо, было пасмурно, был снег. Несмотря на это, пенсионеры приходили и каждое воскресенье тренировались подконтрольно с нашим тренером. То есть это не отпугивало. Конечно, основная часть людей не посещала, но при этом сформировался тот костяк самых устойчивых, самых мотивированных. Они приходили, принимали участие, несмотря на погодные условия. То же самое, в принципе, и сейчас. Я сафишировал, что исходя из погодных условий, будем в процессе как бы держать нашу аудиторию в курсе. И я планирую уже в ближайшие 2-3 дня запустить такого формата тренировки. Да, они будут совершенно бесплатные, принять участие могут абсолютно все. Эта мотивация будет и мне тоже держать себя в форме, приходить заниматься. Если я могу предоставить такую возможность своей аудитории, своим подписчикам, почему бы это не сделать на бесплатной основе? К тому же наша клиентская база, скажем так, пострадала от таких нововведений и запретов. А многие из клиентов очень неблагоприятно, скажем так, переносят вот такие вот изменения, и многие нацелены были на продуктивную весну, на результат, у многих были запланированы там разные мероприятия, отдыхи, свадьбы, и каждый хотел добиться желаемого результата. И в связи с такой вот задержкой, конечно, пришлось немножко корректировать. Кстати, отсеялся какой-то процент тех, кто посещал, ну, в реале зал, и когда вы перешли на онлайн, сколько человек отсеялось и не хотят продолжать заниматься? Или они такие же гибкие, собственно, как и вы? Ну, скажем так, что, конечно, есть тот процент, которым некомфортны такие тренировки, но основная часть, это процентов 80 людей согласилась, потому что другого выбора, к сожалению, сейчас нету. И это неплохое, в принципе, такое альтернативное решение, которое может компенсировать и в условиях такого времени дать возможность поддержать форму. Так, а если говорить про те тренировки, которые будут возле 18-й школы, сколько примерно по времени длится, что нужно брать с собой, где будут выходить анонсы о том, во сколько приходить конкретно, расскажите об этом подробненько. Да, в ближайшие пару дней, я думаю, может быть, сегодня, завтра, послезавтра, я скину у себя на страничке в сторис информацию. И в этой информации мы для начала проведем даже такое вот как мини-голосование, где каждый из подписчиков проголосует, какое время они бы хотели, чтобы эти тренировки осуществлялись. Исходя из голосования, мы подберем оптимальное время, которое будет комфортно большинству подопечных наших, и осветим это все в Инстаграме. Что касается тренировки, продолжительность занятия будет порядка часа. Эта тренировка будет нацелена исключительно на физкультуру, исключительно на здоровье, то есть не будут преследоваться какие-то профессиональные цели. Чисто поддержать себя в хорошей физической форме, будет функциональный тренинг, работа на все группы мышц собственным весом.
Ну что, уже совсем скоро у вас будет возможность познакомиться с тренером лично. Слушай, ну да, это, возможно, будет не совсем скоро, потому что, если я не ошибаюсь, по нормам должна быть температура воздуха не ниже, чем плюс 9, да? Там есть какие-то вот такие определенные требования? Ниже, чем минус 9, минус. Ага, ну тогда в таком случае сейчас... Это Арсений можно... себе ищет отговорки, думает, ну, может, в марте и так далее. В общем, друзья, если вы ждете этих тренировок так же, как Арсений, мониторьте, пожалуйста, страничку Виталия Кожакару. А мы хотели поразмышлять, что станет с спортиндустрией, скажем, если такие события, как пандемия, мы, конечно, этого очень не хотим, но станут повторяться там из года в год, что-то там будет случаться. Как изменится эта индустрия? Что появится нового? Как вы думаете? Ну, онлайн-тренировки есть. Хорошо. Да, знаете, вот когда первый раз мы столкнулись с этими, наши вид деятельности приостановили, уже тогда наши тренера как бы брали это во внимание, и с того периода у нас уже начали появляться те клиенты, которые не посещали тренажерные залы, но уже работали с нами на протяжении длительного периода на онлайн-ведении. Даже вот сколько? Ну, я думаю, что у каждого тренера есть там по 2-3 клиента. Вот у Анастасии, она на данный момент тоже проводит тренировку параллельно вместе с нами. У нее девочка за границей. Она с Италии, она проводит с ней тренировку уже на протяжении более чем года. Она сама с Приднестровья, но в связи с переселением остановилась на постоянное место жительства в Италии. И вот уже на протяжении года с ней тренируется. Я скажу так, что будет в большей степени, конечно, анализировать вот тренерский состав, такие вот моменты, придумывать, конечно, адаптироваться к ситуации, придумывать какие-то альтернативные решения и выходить, как-то выкручиваться из ситуации. Конечно, это не изменит на корню ситуацию, и фитнес-направление индустрия тренажерных залов, фитнес-клубов, конечно, страдает. Если проанализировать 2020 год, я по мере вот моих... введений. Я вот на базе республики даже заметил, что вот карантин повлиял на один из тренажерных залов, который, в свою очередь, полностью приостановил свою деятельность и завершил свою работу, обанкротившись. И, конечно же, это сильно нагружает и способствует, скажем так, неблагоприятным каким-то вот моментам, связанным с задолженностями всеразличными, возможно, кредитными обязательствами, налогообложениями и так далее. И, конечно, это тоже значительно сказывается на фитнес-индустрии, которая, в свою очередь, замедляет темпы своего развития. То есть карантин, он немножко отталкивает нас от тех больших шагов в развитии вперед. Ну что, мы желаем, чтобы вот сегодняшние вот эти фантазии, о которых мы сейчас говорили, так и останутся на уровне фантазии. Омикрон будет последним штаммом коронавируса. Вот, и все вернулось в прежнее русло. Спасибо, успехов вам. Спасибо, что всех нас подстрекаете заниматься спортом. Это хорошее дело. Успехов. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну что, продолжим тему здоровья. Школьники на удаленке, все больше профессий требуют работы за компьютером, отчего наша спина, ну, здоровее точно не становится. И прямо сейчас прозвучат страшные слова. Сколиоз, остеохондроз, межпозвоночная грыжа. Все это может быть следствием просто неправильной позы, неправильного сидения за компьютером. Ну, потому что, ну, вспомни, как люди иногда выкручиваются. Скрючившиеся загогулинки такие. Просто да, не замечая всего этого, может привести вот к таким серьезным последствиям. Да, скоро мы вас спасем от преждевременных болей в спине, а пока о том, что еще плохо влияет на здоровье нашей спинки. Итак, Сень, что выбираешь, рюкзак или сумку на одно плечо? Так. Если вес не тяжелый, то, наверное, сумку на одно плечо я могу себе позволить. Если там, естественно, уже что-то более-менее тяжелое, то, конечно, рюкзак, потому что нагрузка распределяется равномерно. Все правильно. Плоская подошва или высоченный каблук? Ну, у тебя, конечно, выбор не стоит, но тем не менее. Женщинам что посоветуем? Так. Ну, наверное, я посоветую небольшой каблук. Ну, то есть вот прям чуть-чуть. Да, нечто среднее, 2-4 сантиметра – это идеально для нашей спины. Спать на животе, повернув голову на бок, оказывается тоже вредно, потому что пережимаются сосуды. Да, и рано или поздно все это выльется во что-то не очень хорошее. Итак, практические советы у нас далее, как нашу осанку реабилитировать. Оставайтесь с нами, а подробности в нашем сюжете.
7 часов в день, и это не предел. Именно столько многие из нас тратят на работу за ноутбуком или компьютером. А вот разминка спины займет всего 20 минут, зато сколько пользы. Когда мы сидим, сжимаются грудные мышцы, да, шейные мышцы. Вот. И получается вот такая вот дуга. Можно примерно наглядно увидеть, что происходит с позвоночником. Он у нас образует вот такую дугу. Угу. Вот. И для того, чтобы это выровнять, нам нужно ослабить грудные мышцы, которые выровняют плечи назад. Это трапециевидные мышцы. Нас нужно будет активировать, укрепить. Берем в руки эспандер. Заменить можно на пластиковую трубу или пояс от халата. Повороты рук за спину помогут проработать осанку. Если это будет труба какая-то полипропиленовая, нам нужно будет выявить уровень хвата. Например, это. Поднимаем ручку вверх. Она должна быть параллельно ровно вверх. Это должна быть ладонь, кисть, предплечье на одной и той же линии. При выполнении важно не напрягать плечи и правильно дышать. Когда мы делаем вдохи-выдохи, мы можем представить, как расширяются ребра. Для следующего упражнения понадобится ролик-массажер. Вместо него используем приспущенный мяч. Ложимся на уровне лопаток. И на вдохе медленно опускаемся вниз. Тянемся головой, локтями в пол. На вдохе и на выдохе возвращаемся в исходное положение и выполняем так 10 раз. Упражнение для позвоночника улучшит его подвижность. Ставим руку за голову и вытягиваем локоть в бок. Колени и руки параллельно полу. Опускаясь вниз на вдохе, локтем касаясь пола, медленно на выдыхаем и поднимаемся вверх, создавая одну линию, одну целую параллельную рук. Такие упражнения улучшают кровоснабжение, а мышцы спины получают больше кислорода. На вдохе у нас натягивается широкая мышца спины. Ты это чувствуешь, натяжение, да. И провороты грудного отдела позвоночника ты тоже должна чувствовать. Следующее упражнение я называю «Супермен на четвереньках». Здесь мы становимся на четвереньки и вытягиваем ручку и ножку параллельно полу вперед. Это помогает укрепить мышцы спины в целом, то есть активирует полностью всю мышечную цепь от самой руки до кончиков пальцев ног. Трудно представить, но так еще можно и проработать пресс. Пресс у нас выполняет функцию, да, это передача движения от руки к ноге, да, то есть это центр, это очень важная часть. Поэтому она и самая слабая часть, да, самая травмоопасная для это поясница, поясничный отдел. Вот. Поэтому мышцы кора нужно всегда укреплять. Какие-либо скручивания, гиперэкстензии, все, что там с ними связано, это идет излишняя нагрузка на поясничный отдел, да, оттуда какие-то боли в спине. Один подход, 10 повторений, и так на каждую сторону. Начинайте прямо сейчас. А мы продолжаем напоминать, что ограничения, которые вступили в силу в этот понедельник, вынуждены, все потому, что случился всплеск ковид-статистики. И что у нас? Закрылись кинотеатры, театр, школьники, студенты ушли на удаленку. Так, что еще? Игровые площадки, ночные клубы тоже закрыты. Да, фитнес-центры, свадьбы тоже придется немножечко отложить. Но и не лучшие времена переживают сады, там тоже уже зафиксированы случаи, когда группы закрывают на карантин, но малыши пока держатся, дошкольники так держать. Знаешь, на самом деле, насколько долго продлятся все эти меры, потому что ну, вот, изначально их объявили на месяц, то есть условно до конца февраля. Зависит от нас, абсолютно. Это будет зависеть от того, насколько мы все будем прилежно соблюдать все эти меры. То есть нужно маску носить полностью, чтобы она закрывала и нос, и рот, ну как минимум, не собираться большими компаниями. И вот все вот эти меры, о которых мы говорили тогда еще весной 2020 года, это все нужно соблюдать. Мы тщательно руки, не забывать об этом, не допускать вот какой-то вот в этом смысле халатности, потому что все это очень важно. Да,
Да, обратите внимание на свою дисциплину, не собираемся компаниями, хоть заведения, ну, открыты, но все-таки соблюдаем дистанции, дома тоже как-то праздники давайте отложим немножечко на попозже. Ну и еще, естественно, важный момент, не забываем вакцинироваться, если там кто-то, мало ли там, ну почему-то, хотя непонятно почему, до сих пор сомневается, это важно. Да, медики отмечают, что после болезни наблюдаются проблемы с памятью, особенно сильная утомляемость и слабость, но и сама болезнь, знаешь, мало приятностей вызывает, поэтому, да, призываем вас еще раз вакцинироваться, тем более у нас есть такая возможность позаботиться о себе и своих близких. Ну а далее у нас блок рекламы. COVID-19 – это опасно. Моем руки не менее 20 секунд. Дистанция не менее 1 метра. Не трогаем лицо, глаза и рот. Дезинфицируем поверхности. Защити себя и других. Ох уж эта школьная удаленка, мало у нее поклонников, но что поделать. Да, но мы решили поразмышлять, неужели одни лишь сплошные минусы? Наверняка есть в этом и плюсы. Давай пробуем, что бы ты назвала. Итак, что первое? У всех по-разному, но минут 40 примерно уходит на дорогу. А если мы это время сэкономим, то можем потратить его на что? На сон. Мне кажется, жаворонков эта новость, ну, определенно радует. Ну, еще, наверное, такой бонус, но это скорее для мам и пап немножко можно сэкономить. То есть, словно, не нужно ребенку давать в карманы деньги, раз он сидит дома. То есть, или можно это немножко в этом смысле чуть подсократить. Да, прибавь сюда еще деньги на дорогу. Выходит, конечно, немного, но если эту сумму подсобрать и сэкономленные деньги вручить школьнику, например, в конце месяца, я думаю, он не откажется, а обрадуется и вообще будет прыгать до потолка. Что еще? Особенно застенчивые поймут, не надо выступать у доски. Мне кажется, это манна небесная для тех, кто вот выходит к доске и думает: боже, зачем я сюда пришел? Слушай, ну нужно же выходить из зоны комфорта. Так что тут такой, конечно, и плюс, ну, и минус. Ты не психолог, Сень, поэтому... Ладно, ну и ты тоже. Да. И еще, никакой сухомятки. Пока гастрит, мамы, бабушки, готовьте супы, вторые блюда. Детки будут кушать по расписанию исключительно дома то, что вы им приготовите. Слушай, ну это на самом деле хороший вариант. Вообще, в целом, если говорить об удаленке, естественно, что есть много нюансов. Понятное дело, что учитель не может на 100% проконтролировать, насколько ребенок тщательно выполняет все задания. Там им проще списать, об этом говорят и студенты, и школьники. Это на самом деле все понятно. Есть какие-то недоработки, но это все мера вынужденная. И мы в нашем следующем сюжете попытались разобраться, как организовать вот эту вот учебу онлайн, чтобы все было максимально продуктивно и плодотворно. Давайте будем вместе разбираться. Учеба онлайн для семьи Грачевых равно полная боеготовность, режим дня и никаких опозданий, даже если на урок идти в соседнюю комнату. Просыпаюсь в 8, причешу волосы, почищу зубы и иду завтракать. Пока у Ростислава первая смена, у Вари художественная школа. Потом ей тоже все это на уроки, а еще домашние задания. Классный руководитель, хоть и мама в одном лице, но все должно быть вовремя. Маме, конечно, тоже надо готовиться к своим занятиям. День учителя и мамы начинается рано, с 6 утра. В 6 утра я встаю для того, чтобы приготовить завтрак для детей, которые находятся дома. Потом поднимаю сначала одного ребенка, который учится в первую смену. Для начала нужно составить режим дня. То есть он должен быть близок к режиму школьного дня, для того, чтобы ребенок не за время дистанционного обучения не отвык от этой организации. Организацию учебы начинаем с рабочего места. Внешний вид соответствующий. Звонок на перемену и отдых от учебы каждые полчаса. Это важно. Только не со смартфоном в руках.
учеба должна занимать ровно столько же времени, сколько и в школе, и не больше. Тогда и ребенок не устает, потому что он уже привык к этому режиму дня. И родителям тоже проще. Родитель должен все-таки организовать своего ребенка для того, чтобы в отсутствии взрослого ребенок мог по составленному плану проводить свой рабочий учебный день. Чтобы рабочий день на удаленке был продуктивным, разделите домашние обязанности. Кто моет посуду, пылесосит, а кто проверит математику. Так ничего не упустите. Математику бывает папа проверяет, бывает мама, и русский тоже. Психологи говорят, дистанционка учит взрослых самодисциплине, детей самостоятельности. Еще важно хвалить детей как можно чаще, и именно в этот непростой онлайн-период. Родители могут интересоваться, что ребенок получил, какую оценку, какой у него успех, и поощрять его, хвалить для того, чтобы ребенок чувствовал свой успех и стремился преодолевать трудности, независимо от того, что сложно ему учиться. Здесь самое главное — научиться самоорганизации, ведь это важное в успехе учебной деятельности. Когда ребенок себя самоорганизует, он совершенствует свои способности, умения и навыки, совершенствует свои волевые качества. Работа или учеба – процесс не должен растянуться на весь день. И не забывайте о прогулках – это важная часть дня. Смена картинки, свежий воздух – это для здоровья. Сегодня 2.02.2022 года. Не слишком ли много двоек, спрашивается? И значит ли это что-то? Нам сегодня расскажет астролог, наш гость в традициях ковида онлайн. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Правильно ли мы понимаем? Здравствуйте. Правильно ли мы понимаем, что Новый год наступил вчера окончательно и бесповоротно? Все верно? Вчера наступил китайский Новый год, и что интересно, как раз это событие пришлось на 1 февраля, начало года и новолуние, потому что всегда по китайской традиции у нас новолуние предшествует наступлению Нового года в Китае. Ну смотрите, за первым числом всегда следует второе, и вот в сегодняшней дате очень много двоек. Это что-то значит? Конечно, это энергия. Потому что двойки – это энергетический знак, это энергетическая цифра, которая дает нам огромный потенциал для развития. И сегодня вообще очень многие люди могут почувствовать эту энергию, энергию двоек, потому что они дают эти энергии нам. Вселенная нам дает какие-то шансы и возможности на новые перемены в жизни, потому что новолуние, которое было у нас вчера, 1 февраля, как раз было в знаке Водолея. Водолей – знак революционный, и он открыт всему новому. Поэтому главное не бояться этих перемен. А вот эта энергия двоек, перемены развития, распространяется только на сегодня или на последующие дни тоже? Сегодня концентрация этой энергии, но, однако, три дня примерно еще после энергия будет сохраняться. Поэтому можно просить у Вселенной то, что вы хотите, и она обязательно это исполнит. Смотрите, а получается, те, кто сегодня появится на свет, у этих детей как отразится на судьбе вот эта дата, вот эти вот пять двоек? Если суммировать двойки, то у нас получается число 10. Его нужно будет округлить до единички. Число единица – это лидер. То есть дети, которые рождены сегодня, они будут обладать лидерскими качествами, безусловно. Они будут стены пробивать, чтобы добиться своего. И что интересно, им нужно будет научиться сочетать двойки и единицы. То есть быть лидером, но иметь опору на другого человека. Что такое двойка? Двойка – это союз, это партнер. И таким людям очень важны будут другие люди рядом, то есть чтобы они могли опереться на кого-то в нужную минуту. Вообще энергии у таких людей будет действительно очень много, они будут чем-то необычны, популярны, известны даже, возможно, и такое. Так, родители, запомните, потом проверите, сбылось ли это пророчество. Смотрите, дата очень красивая, 5 двоек в сегодняшней дате. К тому же двойка – это вот пара, да? И я уверена, что многие захотели зарегистрировать свой брак в этот день. Скажите, пожалуйста, насколько он будет перспективным и хорошее ли будущее ждет этот брак? Конечно же, очень интересная дата, красивая, которая многих подкупает на то, чтобы пойти зарегистрировать свой брак, свои отношения. Однако я не советовала бы спешить с этим решением, потому что
А астрология, она все-таки больше склоняет к тому, что нужно смотреть на положение звезд на небе и подбирать каждому индивидуально дату для росписи или для свадебного процесса. Потому что, например, если на небе есть негативные конфигурации, тот же Уран, да, планета, которая вообще не дружит с энергией любви и брака, и она очень свободолюбива, эта планета, то, конечно же, никакие двойки не помогут. Поэтому лучше обращаться к звездам в этом вопросе и составлять конкретное время, которое будет гармонично подходить паре конкретной для такого важного события. Угу. Ну что, тут облом, да? Ну да. Так, что еще мы хотели у вас спросить? Я, получается, когда готовился к этой беседе, нашел в интернете мнение, что вообще число 2022, оно является числом ангела. То есть вот год, в котором мы сейчас живем. Что вообще значит вот это вот понятие число ангела? Что это, о чем это говорит? Вы, наверное, замечали, что иногда мы встречаем определенные цифровые коды. Например, 13-13 или 3-13. Четверки, три единицы. Это все не случайно. Это говорит о том, что Вселенная тоже дает нам какие-то знаки. Нам нужно обратить на что-то внимание. И исходя конкретно из цифр, мы уже делаем определенные выводы. Если мы суммируем все цифры года, то есть 2022, то у нас получится число 6. Число 6 — это очень хорошее число в плане денег и финансовых ресурсов. Поэтому те из нас, кто давно хотел обогатиться, хотел как-то продвигать свой бизнес, возможно, какой-то проект, кто горит какими-то идеями, может смело рассчитывать на этот год, потому что он принесет неплохие результаты по итогу, и должно все пойти хорошо. Естественно, если мы будем прилагать к этому определенные усилия и действовать, исходя из своих приоритетов. Ну, звучит чуть-чуть неправдоподобно в условиях карантина, но мы надеемся, что все закончится, и ваши слова подтвердятся. Дерзайте, вкладывайте, развивайте свой бизнес. Еще хотели бы у вас спросить, что эта дата означает? Зеркальная дата, еще так о ней говорят. Зеркальная дата – это та дата, которая читается одинаково с одной и с другой стороны. Если мы перевернем дату, то она будет выглядеть идентично написанной от руки, да? Ну, то есть настоящие даты. Однако эта дата сегодняшняя, она не подходит. Больше подходит 22 февраля, которая у нас будет. Это как раз идеальная зеркальная дата. А что значит это? В такие моменты, в такие дни Вселенная дает нам определенные шансы и возможности, которыми мы должны воспользоваться. Например, если у нас есть какая-то задача, если нас тревожит какой-то вопрос, то нужно спросить у Вселенной, что это для меня значит, или как мне поступить в этой ситуации, или сбудется ли то, о чем я хочу. И представить знак, который Вселенная должна дать. Например, если люди ищут любовь, там девушка, и она загадывает, встречу ли я того самого в этом году, в 22-м, и загадывает красную розу. Если она сегодня увидит эту красную розу, значит, ответ будет положительным. Вот так можно поиграть со Вселенной и узнать ответ на свой вопрос. Юль, раз нам представилась возможность сегодня с вами пообщаться и узнать немножечко о сегодняшнем дне, то почему бы вам не озвучить и гороскоп для всех знаков зодиака на сегодняшний день? Да, давайте посмотрим, что же будет ждать представителей всех знаков сегодня. Я начну с овнов. Для овнов это вообще волшебная дата, и они могут оказаться в нужное время в нужном месте. Вот просто случайно где-то встретить знакомого, который поможет решить какой-то вопрос, либо просто оказаться в нужном месте и решить ситуацию, которая у них уже давно назревала. Так, завидуем немножечко овнам. День подарит им очень много. Да, действительно, это любимчики этого дня, так же, как и тельцы, потому что сегодня очень много благоприятных возможностей для них тоже Вселенная предоставила. И если они сегодня совершат какую-то покупку, это может быть любая вещь, украшение, возможно, брошь и так далее, то это будет хорошим для них талисманом в будущем. То есть они могут получать еще хорошую энергию от этого предмета. Касательно близнецов, внимательно проверяйте всю информацию, потому что сегодня могут быть сбои в связи, может быть нечеткая информация, и те слова, которые сегодня приходят близнецам, они будут иметь огромное значение для них, и, возможно, случайно сказанное слово будет ответом на какую-то проблему или какую-то ситуацию в жизни близнецов. Да, что касается раков, то здесь интуиция в первую очередь. Будьте особенно активны, раки, во второй половине дня, потому что там вас ожидают приятные сюрпризы. Львы, актуально составлять план действий, также записывать все, что вы хотите получить
от Вселенной сегодня, и это все тоже будет работать. То есть обязательно составить какой-то план, график, расписание и следовать ему. Девы, как и близнецы, тоже нужно следить за информацией, смотреть за знаками судьбы, может быть, это будет какое-то слово, или прочитанная строчка по ТВ, либо в книге. В общем, что-то будет зашифровано конкретно в источнике информации. Весы, так же, как и тельцы и овны, на самом деле сегодня любимчики Вселенной, могут получать бонусы просто так, можно сказать, из воздуха, не прилагая определенных для того усилий. Скорпионы. Здесь момент, что скорпионам не следует допускать негативных мыслей, потому что скорпионы обычно могут себя хорошо накрутить и из мухи раздуть слона. Здесь, конечно, делать не нужно, потому что все мысли, которые сегодня генерируются в головах скорпионов, они, конечно же, могут носить огромную силу, поэтому позитивное мышление им в помощь сегодня. Стрельцы, активность должны проявлять представители данного знака, потому что сегодня особое влияние на них оказывают женщины. Нужно следить за питанием, что они едят, и своими эмоциями, фильтровать их и следовать интуиции. Козероги. Сегодня им эффективно поможет творчество, любой творческий процесс и взаимодействие с детьми. Также есть сегодня отличная возможность приобрести какое-то новое хобби, которое в дальнейшем будет источником дохода. Водолеи. Сегодня тоже на гребне волны. У них сегодня отлично будет работать интуиция. И одинокие представители знака сегодня случайно в любимом кафе, например, могут встретить свою вторую половинку. Поэтому не сидите дома, водолеи, и Вселенная обязательно подарит вам интересное знакомство. Если это будет не любовь, то, возможно, просто какая-то выгодная встреча или приятное времяпрепровождение. Ну и рыбы. Рыбам бы я посоветовала открыть книгу на любой интересующей их странице и загадать вопрос. И эта строчка как раз будет для них и ответом. Сегодня идеальный день для работы также с психологом и для раскрытия подсознания. Спасибо большое. Это была наша традиционная рубрика «Гороскоп», но в таком необычном исполнении озвучила его профессиональный астролог. Юль, кто вы по знаку зодиака? Я близнецы. У вас, по-моему, там неплохой день, да? День хороший, я надеюсь, по крайней мере. Собственно, этого мы вам желаем, чтобы день прошел хорошо. Спасибо за то, что утро встречали вместе с нами. Хорошего дня. И вам спасибо. Хорошего дня. Итак, февраль богат на праздники, и первый в череде день всех влюбленных. И тут на самом деле очень легко попасть в немилость своей половинки, особенно если вы много лет уже вместе, знаете привычки друг друга, желания, мечты. Ну, конечно, валентинкой тут уже не отделаться. И что, хочется вам, мужчины, посоветовать, все мы прихорашиваемся для чего? Чтобы вам нравиться, чтобы вы нас любили. Поэтому, мне кажется, так оптимально сертификат, ну, хотя бы на маникюр, узнайте, пожалуйста, у своей половинки контакт мастера, и вот сертификат вполне себе, мне кажется, может пройти. Ну и, конечно же, беспроигрышный вариант, что цветы, но здесь хочется, чтобы вы включили творчество и что, сняли какой-то клип на телефон, там же его смонтировали, это может быть какой-то клип из фото или видео, мне кажется, будет очень приятно. Ну и требуется ответный подарок, наверняка хочет сказать Арсений, что бы ты посоветовал девушке? Слушай, на самом деле, мне кажется, что вот какие-то такие глобальные подарки, да, ну что-то такое, не знаю, крупное, там прям особо ценное, должны дарить мужчины все-таки. А от девушек что-то, ну что-то прям... Золотые слова, Арсений, что-то, золотые. Что-то совсем уж символическое. Да. То есть, ну это, ну я не знаю, ну просто какая-нибудь, ну мелочь может быть, там, не знаю, шарфик или что-нибудь такое простенькое. И этого будет достаточно. Самое главное, внимание, любовь и забота. Вот что я тебе скажу. Присмотритесь к Арсению, ему много не надо. Так, да, я считаю, тяжелую артиллерию, в принципе, нужно приберечь для будущего, когда вот отношения такие уже очень серьезные, там уже есть какие-то обидки, которые надо, знаешь ли, задобрить. А если ваши отношения только в своем начале пути, если все только зарождается, начинается, то, мне кажется, достаточно чего-то такого символического, символичного, не обремененного какими-то материальными замашечками. И мы советуем вам присмотреться к автору чашек, что сейчас будут в нашем сюжете. Уверена, такой подарок растопит сердце даже самой капризной барышни. Давай посмотрим.
печенье, пончики, шоколад – любимое лакомство к чаю. Только есть их нельзя – это декоративное украшение. Сладкоежки точно оценят. Куклы, сказочные персонажи, цветы – это просто. А как насчет видеоигры прямо на посуде? Сын первое, что попросил, говорит, я хочу Майнкрафт. Есть такая игра очень знаменитая у всех детей. Ну и, конечно же, пришлось ему делать. Вот здесь, да, кстати, была сложная работа довольно-таки, но получилось. Занимается уже более 4 лет. Теперь это не просто хобби, но и заработок. Однотонные кружки превращаются в целое произведение искусства. Я вообще творческий человек, и я работала в офисе очень долгое время. Ну, это как бы такая была работа немножко, ну, не то чтобы скучная, но хотелось чем-то дома более интересным разнообразить себя. И вот как-то случайно нашла такую вот интересную вот работу, чашки. Скоро день влюбленных, мы сделаем романтичный декор. Это запекаемая глина. Вот, в принципе, нужна только глина и все, и ваши умелые ручки. Ну и духовка, соответственно, конечно, потому что нужно запекать. Вот это не опасно делать все-таки, там и еда запекается? Ну, желательно, конечно, чтобы потом промывать духовку после того, как запекалась глина. Для удобства нужна поверхность – стекло либо керамика. Подойдет и обычный лист бумаги. Нужен крем для рук просто, чтобы глина лучше разминалась. Потому что она очень твердая. Вот. Ну, вы можете для шариков, к примеру, попробовать размять. То есть это, в принципе, как пластилин, но он поплотнее. Да. Вот. То есть разминать нужно очень долго, я так вижу. Ну вот, да. Поэтому еще и работа затягивается, особенно когда нужно цвета смешать. Поэтому можно и полчаса даже замешивать для того, чтобы подобрать нужный оттенок. То есть это как в обычных красках? Да. Можно смешивать цвета? Да. Да. Что потом делаем? Раскатываем. Чем мы раскатываем? Это тоже специальное. Это игрушечную. Вот, да. Это была из лепки у ребенка взята. Вот, ну. Пока я не хотела ничего покупать, а потом она мне понравилась, и почему бы ее не взять, ребенок не против. Затем в духовку запекается тоже по-разному, от 5 до 40 минут, зависит от толщины. Также в коллекции мастерицы есть и куклы полностью ручной работы. После курсов я проходила курсы по куклам, уже можно нарисовать лицо более красиво, потому что первые куклы были, это у них глазки-точечки. И когда я подарила однажды куклу своей племяннице, она говорит, а где у нее носик, а где ротик? И я поняла, что нужно что-то менять. Первая работа именно с лицом, это парочка жених с невестой, это сладкая парочка, это я со своим супругом. Как муж отреагировал на это? Ему понравилось очень, конечно, он был в шоке таком приятном, что вот такие вот получились, как бы похожие на нас. Для них домашний уголок, камин, стул, даже своя игрушка. А рядом мини-версия кукол на чашках. Я вот в детстве всегда мечтала о какой-то интересной кукле, вот необычной. Ну, в моем детстве были куклы, но их не так много было. А самой пошить иногда шила, конечно, но так, как ребенок. И вот, наверное, это все-таки с детства, когда все-таки этим хочешь заниматься, и по чуть-чуть, и, видимо, оно к этому поэтому и привело. Оригинальный и необычный подарок для влюбленных готов? Берите на заметку. Екатерина, у меня к тебе серьезный вопрос. Ну-ка. Как ты справляешься с трудностями? Ну и вопросы у тебя с утра, на самом деле. Ну, как и все девушки, наверное, эмоционально. Ага. Сначала в бой идут эмоции. Но затем смиряешься и уже начинаешь анализировать, как справиться с трудностями, придумываешь решение проблем. Ну, а если не справляешься, то, конечно, обращаешься к своим близким, друзьям за помощью. Вообще, знаешь, в такие моменты, когда ты эмоционально подавлен, нужно вспоминать, на самом деле, о том, что ты, во-первых, не одинок. Во-вторых, у тебя есть крыша над головой, работа, здоровье, ты не голодаешь. И, конечно, это все немножечко стабилизирует и приводит в состояние вот такое уже оптимистичное. Да, мне кажется, на самом деле это правильно. Нужно иногда себя отдергивать и осознавать, что есть люди, которым
гораздо сложнее по тем или иным причинам, причем часто эти причины от них самих не зависят, им сложнее, ну, добиваться каких-то поставленных целей, и, ну, это просто нужно помнить. Если взглянуть на список выдающихся людей в мировом масштабе, то там есть такие гении, что вообще не ясно, как у них все получилось. Ну, вот, к примеру, взять всемирно известного физика Стивена Хокинга. Он из-за своего необычного заболевания, он просто оказался прикован к коляске, к креслу, и несмотря на это, несмотря на то, что он не мог двигаться, он не мог говорить, он сделал массу просто, ну, выдающихся открытий, которые до сих пор поражаются ученые по всему миру, до сих пор вот еще все, что он сделал, оно до сих пор вот актуально, и это долгое время будет влиять на весь мир. Да, сюда же можно, наверное, отнести Бетховена, уже когда композитор оглох полностью, тотально, он написал свои самые выдающиеся произведения. Широко известен в кругу скалолазов, альпинистов Эрик Вайхенмайер. Дело в том, что он с 13 лет, он просто ничего не видит, он потерял зрение, и несмотря на это, он покорил практически все самые значимые высоты в мире. Это Эльбрус, Эверест, Килиманджаро, там еще вот несколько, в общем... Будучи слепым. Будучи слепым, тотально. То есть он не видит ничего. И вот несмотря на это, он вот сделал вот такое вот достижение. Фантастика. Я, кстати, когда был в 2017 году в Сочи на фестивале Всемирной молодежи и студентов, там одним из лекторов был Ник Вуйчич. То есть, мне кажется, тоже зрители его должны знать. Это человек, у которого нет конечности, он таким появился на свет, и несмотря на такое вот состояние, он стал, ну, просто всемирно известным мотивационным оратором, он вдохновляет миллионы людей, он пишет книги, ну, понятное дело, там, ну, технически, там, с чьей-то помощью он диктует, но сам факт. И, он женился, у него есть дети. Представляешь? И во время этих лекций мы все тут очень сильно тебе, Сень, на самом деле завидовали. Да, тогда, к счастью, была возможность, ну, оказаться с ним в одном помещении, это очень, очень здорово, он очень заряжает. Важно отметить, что рядом с такими людьми обязательно есть близкие, которые часто находятся в тени, но их роль переоценить, ну, невозможно. Говоря об этом, стоит вспомнить, что в Дубасарах есть общественная организация «Алые паруса», которая объединяет родителей детей-инвалидов. Она существует 20 лет. Вместе они как-то помогают друг другу справляться с этими трудностями. И сейчас хочется о ней рассказать подробнее. Да, смотрим сюжет. «Цени то, что есть, делай добро, помоги другому поверить в себя» – с таким девизом идет по жизни многодетная мама и руководитель общества родителей детей-инвалидов «Алые паруса» Стелла Клименко. Это помогает ей преодолевать трудности и превращать мечты в реальность. Одна из них – мастерская по ремонту одежды. Эта идея, конечно, родилась очень давно, но, видимо, эта ситуация с пандемией меня подтолкнула, что все-таки нужно браться и идти к этой идее, реализовать ее. Так как я осталась без работы, мне можно было работать в общественной организации более активно, проводить какие-то встречи с родителями, семинары, тренинги, поездки. Но так как мы не можем этим заниматься, я решила взять патент и работать по патенту в качестве швеи. У Стеллы четверо детей, три сына и старшая дочь, у которой есть особенности в развитии. Это ради них ей пришлось превратиться из романтической осоль повести Грина в «Железную леди». У меня первая специальность – это швея. Я закончила наше Дубасарское училище, тогда оно еще называлось ПТУ-61. Потом получилось так, что я думала, когда осталась одна без мужа, без поддержки, Вероника была очень тяжело болела, и Максим маленький еще был. Я думала, что все-таки нужно получить специальность штукатура-плиточника и уехать на заработки. Но я в тот период училась в Кишиневе, на эту специальность, и встретилась случайно с женщиной, которая меня остановила и сказала, что твоя жизнь должна быть рядом с детьми, никаких заработков. Говорит, объединяй родителей, создавай организацию, создавай этот центр реабилитации, все у тебя получится. Ну, в общем-то, и получилось. Ну и, в принципе, когда я только начала поднимать этот центр, я еще поступила на логопеда-дефектолога. То есть у меня сейчас три специальности, которые меня поддерживают. 2 года назад по программе фонда капвложений построили новое современное здание центра. Здесь на постоянной основе получают медицинскую и психолого-педагогическую помощь 50 особенных детей Дубасар и Григориополя. Лечатся дети и из других городов республики. А Стелла окончила бизнес-школу, защитила проект по открытию собственного дела и теперь шьет.
я не перестаю учиться. Любые новые знания для меня, они очень важны и полезны, и нужно расширять кругозор. Вот чем больше человек знает и умеет, тем больше он может адаптироваться в любых ситуациях жизни. Детские развивающие книжки, хозяйственные сумки, подушки и наволочки. Стелла берется за любой заказ. А еще в ее мастерскую любой может принести вещи для тех, кто в них нуждается. Я сама когда-то была в такой ситуации, когда мне люди очень много помогали. И родственники, и просто знакомые. Одной было очень сложно поднимать детей. Сначала двоих, потом четверых уже получается в общей сложности. И я подумала о том, что я могу заниматься таким делом параллельно, то есть коммерческую деятельность объединить с общественной деятельностью своей, то есть благотворительностью. И мне это, в принципе, получается. Мне нравится, и люди довольны. Алые паруса пока в режиме онлайн. Сейчас Стелла работает над созданием сайта организации и обдумывает идеи новых проектов. Самая большая мечта, чтобы, во-первых, чтобы мир всегда был. Это самое главное, чтобы люди были здоровыми, чтобы не завидовали друг другу, чтобы умели сотрудничать в партнерстве, особенно когда касается дела благотворительности или помощи детям с ограниченными возможностями. Потому что чем больше мы будем делать мероприятий вместе, вот со всеми организациями или частными лицами, тем больше будет результативности. Потому что в одиночку все равно, даже какой бы там ни был фонд или государственная администрация, допустим, имеет свои какие-то ресурсы, или это частный предприниматель, в одиночку намного меньше делают. А когда люди объединяют все эти усилия и идеи, когда вместе объединяются, то вот создаются такие вот большие проекты, которые максимальное количество людей могут включить в свои программы. Вот я говорю, что моя мечта, чтобы все люди были счастливы. Железная леди в глубине души, а соль из сказки. Пусть же в ее алые паруса всегда дует попутный ветер. В завершении программы хотим рассказать вам о цифрах за окном сегодня. Да, по Европе прокатился мощнейший циклон Надя, оставив за собой жертвы. Да, Надя. Красиво. Были жертвы, были разрушения. На Московскую область он обрушился обильным снегопадом. Нас он зацепил лишь по касательной. Ну, все видели, да, вот эти вот штормовое предупреждение, ветер. Все это его происки, но это все позади, потому что впереди довольно теплые деньки. Давай посмотрим на табло, что нам расскажет погода. Ну, конечно, эти поражают названия этих циклонов. Надя. Ладно. Так, Каменка, север республики. Днем 3-4 градуса со знаком плюс. И это на севере. Что же будет в центре? Да, ночью минус 2, минус 1. Такая же погода сохраняется и в Рыбнице. В Дубосарах в центре республики немножко теплее. Днем плюс 4, плюс 5. Ночью также минус 2, минус 1. И такие же цифры и в Григориополе. Так, отправимся на юг. Так, ну, перемены незначительные, днем 4-5 градусов со знаком плюс, ночью минус 1-0. Ну, стоит помнить, что по ощущениям, естественно, будет немножко ниже, то есть, словно, если на термометре плюс 5, по ощущениям, может быть, там, не знаю, плюс 2, например, это нужно учитывать, и вообще важно сейчас, когда мы на пороге весны, когда вот еще до каких-то сезонных фруктов... Обманчивая погода, да. Во-первых, обманчивая погода, во-вторых, пока уровень витаминов, он не такой высокий, как хотелось бы, как нужно. Нужно для того, чтобы быть здоровыми, нужно утепляться, ни в коем случае не расслабляться, даже если солнышко начнет потихонечку пригревать. Да, ну а впереди у нас весь день с первым Приднестровским. Оставайтесь с нами, сетку вещания продолжат наши коллеги. Ну а мы, как всегда, встретим вас завтра в этой студии и скажем доброе утро, Приднестровье. Пока-пока. До свидания.